закройте ресторанчик на вокзале и тот ларек, что прямо возле рельс, чтоб поезда трамваем не казались и ночью не хотелось в них залезть. Мы ж с другом возвращались с работы, естественно, мы шли другим путем. В пути знакомых встретили кого-то, знакомых с незнакомыми не пьем. Потом мы спали, снилась нам девица, так откровенно лестно приставать. Открыл глаза, а это проводница, с инстинктом основным билет порвать. Я говорю, мы с Сашкой с проездными до Одесской, в Одессу до Одесской говорю. Глядь, Саня спит в обнимку с занавеской. Откуда занавеска? Не в курю. В трамваях занавесок не бывает. И проводница праздник стюардесс. На чем мы едем, мой не понимает. Метро исключено, так в метро б я не полез. В трамвае отличаю от метроя. Там, если глаз открыть, ударит свет. И те, что ходят парами по трое, от граждан охраняют турникет. С метро могу попутать я другое. Ступеньки были вниз и буква М. И место посидеть недорогое. Но поезда не ехали совсем. У нас метро такое есть в вагоне. А ты уже показывай билет. А не покажешь — в Курске на перроне. Пойдешь гулять и ты, и твой сосед. Ты шутишь, Курск? Мне завтра на работу. Меня ждет дома в Харькове постель. Что я скажу ей, шок автопилотом. Заехал аж за 3-9 земель. Санек, вставай, проснись, звезда туризма. Сейчас Курск, но ты ж держись, мужчина, и будь. Почувствуй себя жертвой терроризма. И будем уходить в обратный путь. Однако сгоряча сказал я Сане, я вдруг и нервы переоценял. Повесился бедняга на стоп-кране и 5 минут кистей не разжимал. Вот тут и предложил по 50 я, хоть сам не Куперфильд и не учусь, но Саньке это сняло все заклятия. И в Курске нас приветствовала Русь. Буфет вокзальный лечит нам здоровье. А мы хотим с Александром попросить не за себя, за наше все хмельное поголовье, которому не хватит закусить. Ну закройте ресторанчик на вокзале и те ларьки, что прямо возле рельс, чтоб поезда трогать.